Видеокурс «Падай лапы Макивары. Секреты сверхэффективных тренировок». Поставь себе нокаутирующий удар, получи сверхэффективную комбинацию, а также узнай отличный комплекс по физподготовке. Ссылка в описании под видео. Итак, наша очередная наработочка – это защита от медленника. Я имитирую медленник очень часто этот удар прилетает, летает. Это может быть любой круговой удар ногой, но я как бы изначально тебе рекомендую какой-то один нарабатывать, потому что я уже говорил, что для новичков лучше сначала научиться четко защищаться от одного какого-то конкретного удара. И все то же, что мы делали. Или блок, чул, или прихват, бам, или оттяжечка с спинкой. Ушел. И отсюда сразу наша третья серия. Правый прямой, левый в печень. И правой руки. И работаем эту наработку. Я обозначаю других. Бам! Пресс! И выгибаю три удара. И еще раз. И руки. Бам! Пресс! И еще раз. Сразу старайся работать сразу. То есть защита. И сразу. Ба-ба-бам! Сразу пошла серия. Так ты учишься заставать противника врасплох. То есть я как бы бью медленник, я думаю о том, что он испугается, сейчас подожмется, как-то начнет бояться принимать мой удар. А он на самом деле ждет этот удар. И после защиты сразу меня разбивает. То есть вот это то, о чем ты должен нарабатывать. И прихват. Бэм, и отсюда. Раз, два, три. С прихвата вообще четко работает эту комбинацию. Раз, так как руки опускаются, и я остаюсь на одной ноге, и четко правый руки может прилететь. И еще разок после сбивочки. Итак, переходим к следующей наработочке. Напарник защищается от правого прямого. Правый крос жесткий, я как бы работаю противника, который вытягивает все время, и правый кросс. Уклончик, или прием, или сбивочка, или оттяжка назад, то есть правый левый. И отсюда сразу с разножки работаешь левый медленки, правый прямой, три, правый локоть, три, и левое колено, еще раз с разножки. Четыре удара, четырехударная комбинация. Может быть довольно сложно вначале такую делать наработочку, но мы как бы показываем тебе от простого сложную, да, мы начинали с двухударных комбинаций, ты в принципе тоже можешь делать двухударные, но уже как бы бить четырехударные более сложнее, но более эффективно, конечно, для боя. Но ты обязательно к этому вырастешь. Итак, мы работаем. Правый прямой, защита, middle kick, прямой, бак, локоть, колено. И сразу 4 удара полностью разносят в хлам. Защита. Сразу. Я как Бэтмен иногда напоминаю своему напарнику, что мы бьем, что я подставляю. Хорошо. Ну и напарник со временем, когда вы притретесь, да, начнете более-менее понимать друг друга, он уже будет ориентироваться, какой делать удар по тому, как я выставляю пады. То есть, если я выставляю прямо, да, он понимает, что это сейчас будет прямой. И мы работаем опять. Сбивка. Если я выставляю вниз, он уже знает, что колено. Так ему проще ориентироваться и мне проще. Потому что я знаю, что он ударит в пады, а не в голову. Нет, случайно. Еще раз, защита. Провалил. Комбинации можно бить тоже по-разному. Мы бьем в силовом режиме, а можно бить просто в скоростном, так сказать, на касание, для того, чтобы меньше загружать дыхалку, а больше работать именно на темп. Это все можно работать по-разному.